На конкурс дети читают стихи. Я Анжелика Цыплик. Стих называется «Новый год». Говорят про Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания, не лениться, не зевать и иметь терпение. И учения не считают за свое мучение. Говорят про Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не попросить скромное желание, на отлично выполнять школьные задания, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневники не смогла пробраться.